В здании правительства области открылась фотовыставка «Отцы и дети особенные». На личном приеме Ольге Хохловой предложили провести социальную выставку, посвященную папам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализовать проект удалось в канун Дня защиты детей. Кстати, сама идея такой выставки родилась еще в 2021 году у общественной организации «Владимирские дети-ангелы». Портреты отцов и их особенных детей выставлялись в библиотеках. И вот теперь проект дошел до Белого дома. Хотели мы подсветить этим такую актуальную проблему, как то, что, вернее, развенчать такой стереотип в обществе, то, что папы уходят из семей и оставляют своих больных детишек вот после того, как рождается в семье особенный ребенок. Но в нашей организации, уже вот в сфере деятельности нашей, мы убедились, что у нас есть замечательные отцы, которые остались в семье, и они не меньше мам вовлечены в их жизнь. Автор снимков – владимирский фотохудожник Константин Захаров. Было очень интересно, потому что мы снимали все одним разом. Наша задача была снять за 3 часа всех участников. И надо было сделать у всех разные фотографии. И это был самый вот увлекательный момент. За 5 минут общения с людьми найти какие-то ракурсы, посмотреть на них со своей стороны и сделать что-то не похожее на предыдущие снимки. В организации фотовыставки «Отцы и дети особенные» принимала участие и Заксобрание области. Спикер областного парламента Ольга Хохлова отметила актуальность такого проекта и важность его продвижения. Главная ценность наша – это семья. Не будет семьи – не будет общества, не будет государства. Поэтому мы за наши традиции российские, а самое главное в них – это семейные традиции. Будем продолжать организовывать такие же выставки. Наверное, не случайно она проходит и в год семьи, и в канун Дня защиты детей. Я хочу сказать, чтобы вот этот день – это не праздник, это такой день напоминания каждому из нас, что рядом с нами дети. Общественники и парламентарии надеются, что этот проект сможет увидеть каждый житель региона, чтобы история настоящих отцов продвигалась дальше. Надежда Архипова, 6 канал.